Здравствуйте. Вы смотрите Доскопия ТВ. Сегодня мы поговорим о развитии компетентности в малых предприятиях семейного типа. Гость нашей студии Франсуа Клер, сооснователь компании AAA Associates. Добро пожаловать в студию. Здравствуйте, Дэниел. Спасибо, что пригласили меня. Итак, давайте поговорим о развитии компетентности в малых предприятиях семейного типа. Почему нужно работать с этим? Why do we need to address this subject? Well, this is a subject that is not only related to. На самом деле подобная практика распространяется не только на малые предприятия, которыми владеют семьи. Общее развитие компетентности среди членов совета директоров актуально также и для крупных компаний. Big companies. В частности, для тех компаний, акции которых продаются на бирже. Но не менее актуально это и для малых предприятий, в том числе семейных. Почему же это так важно? В первую очередь из-за ответственности директоров. С годами ответственность руководителя компании возрастает. И последствия ошибок, которые были совершены на наивысшем уровне, могут быть катастрофическими. И это действительно так и бывает в небольших компаниях, в частности тех, которыми владеют семьи. Очень часто люди склонны пренебрегать этим аспектом. Возможно, у них уже есть люди, которые являются экспертами в той или иной области. И часто бывает так, что эти люди имеют родственные связи с руководителем, и зачастую руководитель может пренебрегать уровнем профессионализма этого человека исключительно из-за родственных связей. То есть, если ничего с этим не делать, можно столкнуться с серьезными рисками. Что особенного в развитии компетентности? Развитие компетентности очень часто воспринимается как что-то новое, хотя по сути здесь ничего нового нет. Но это так воспринимается с точки зрения повышения общей эффективности совета директоров. В целом можно сказать, что существует две базовые категории. Первое – это поверхностные знания, и вторая – все необходимые знания и навыки. Например, знание финансовой или юридической документации, или осведомленность о сфере деятельности компании. Очень часто все это воспринимают как должное. При этом есть и другие виды компетенции. Например, это может быть умение управлять группами людей, причем группами людей, с которыми у вас нет четких иерархических отношений. Как вы сможете скоординировать группу так, чтобы она смогла эффективно обсуждать актуальный вопрос и принимать решения? Как заставить этих людей работать вместе на общий результат? То есть необходимо убедиться в том, что все эти умные люди не будут умными каждый сам по себе, а будут умными в качестве интеллектуальной группы. В чем специфика семейных компаний? Какой компетенции зачастую не хватает этим компаниям? Очень часто руководящая верхушка таких компаний состоит из людей, которые связаны родственными или эмоциональными связями. Например, это могут быть одногруппники по институту, армейские друзья или любые друзья из другой социальной группы. Как правило, в таком случае руководитель менее требователен к опыту работы и профессиональным знаниям сотрудника. Он также будет мягче обходиться с такими сотрудниками, что может нанести ущерб общей динамике компании. Подобная практика очень распространена в тех компаниях, которыми владеют семьи, поскольку там главную роль играют семейные и эмоциональные связи. Как член семьи вы понимаете, что вам нужно нанять вашего брата, дочку и так далее. И, возможно, они достаточно компетентны для этой должности. Но если нужно сказать им о том, что это не совсем так, это становится весьма деликатной темой. Как же создать коллективный интеллект в руководящей верхушке семейной компании? Какой подход в этом вопросе использует ваша компания? Во-первых, мы понимаем, что несмотря на то, что семейный бизнес отличается от других компаний, у них все же есть схожие проблемы и потребности.
В частности, это потребность в новых знаниях. И основываясь на этом утверждении, мы организовываем тренинги и семинары для групп людей, которые могут чему-то научиться друг у друга. В ходе этих занятий они могут узнать, что различия в ведении семейного и другого бизнеса есть, но есть и схожие моменты. Мы успешно применяем концепцию генеративного обучения. Таким образом, мы помогаем людям закрепить все полученные знания. Те люди, которые занимают руководящие должности, в любом случае обладают какими-либо знаниями, которые могут забываться в процессе работы. И им не обязательно изучать какие-то новые концепции. Достаточно просто научиться использовать существующую базу. Им нужно капитализировать все знания, которые они получили ранее, а также, возможно, научиться чему-то у других, чтобы в тех ситуациях, которые для них являются новыми, увидеть эти ситуации под разным углом, для того, чтобы совместно выработать единственное и наиболее эффективное решение. Это поможет руководителям находить совместно со своим руководящим персоналом решения, которые будут максимально выгодны для всей компании. При этом принимается во внимание и мнение других людей. Это позволяет и этим людям развиваться, и стимулирует их к нахождению новых решений. Франсуа, спасибо, что пришли к нам и поделились своим мнением по этому поводу. Спасибо, что пригласили меня, Даниэл. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь на Dukascope TV. Мы подготовили для вас еще множество интересных программ и эксклюзивных интервью. Всего доброго. We'll be right back.